Всем привет! Сегодня снова обзор обуви. Я думаю, уже вы догадались. Будут кроссовки на обзоре от Salomon XT Winx 3. Сейчас внешне покажу, как они выглядят. Такие вот кроссовки. Верх сделан из нейлоновой сетки, и второй слой идет специально быстросохнущий текстиль с такими вот порами. Также идут прорезиненные вставки синтетические, здесь проклеены, тут прошито. Противоударный носок плотный, плотная резина такая. Система ACS, я уже рассказывал об этой системе, состоит из нескольких систем: OS Muscle 2, OS Tendon. То есть эти системы вообще отвечают за дополнительный комфорт, за, то есть, улучшение отталкивания, специальные возвращающие свойства, специально, то есть, возвращается энергия при отталкивании легче, то есть человек быстрее может оттолкнуться в горной местности. Идет вот такая вот сама вставка, да, каркас идет специальный полиуретановый, прочный у этой системы. Здесь идет pronation control система, я думаю, видно, такая плотная специальная вставка для защиты свода стопы, ну, то есть дополнительная стабилизация и защита. Я думаю, слышно, да? Еще один момент: обувь Salomon всегда, с одной стороны, сама фирма, с другой стороны, название модели, да? Если с двух сторон написано Salomon, это 100% подделка. Или бывает просто написано Salomon, здесь буква S, а здесь ничего нет. То есть тоже оригинал, значит. Такой вот этот ярлычок идет. Сверху, как обычно, система быстрой шнуровки Quick Lace с кармашком под систему быстрой шнуровки. Плотный мягкий язычок. Очень комфортно облегает ногу. Так, по протектору не рассказал. Contact Grip, HI, HT. То есть такой хорошо зарекомендовал себя уже годами. Модель кроссовок для, ну, занятия спортом в горной местности, в пересеченной местности, в лесу, по грунту. То есть вот такие вот варианты. Хорошо цепляется этот протектор. Не обязательно, то есть, бегать где-то можно, просто взять для ходьбы, для демисезона, для лета. То есть всякие варианты. Сам протектор резина износостойкая. То есть очень хороший протектор. Пятка плотная здесь. Сейчас покажу, какая стелька. Так вот внутри все выглядит. Сейчас достану, покажу. Такая вот стелька. Каркас здесь специальный у стельки. Стелька из этиловинилацетата, сверху еще подклад, то есть антимикробная, ортопедическая стелька считается. Так вот. Внутри мягкий подклад. Все прошито. То есть внутри все мягко. Стабилизатор пятки очень хороший. Плотный, и здесь все так мягко сделано.
В принципе, вот такая вот модель, где-то розничная цена ее примерно 6490 в официальных магазинах. У меня стоят такие 300. Очень хорошая модель, мне вот лично очень нравится. Существует много расцветок у нее. У меня вот на данный момент вот такая. В принципе, все, что хотел сказать. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.